Выбрал гранату. Дальше. Почему я не могу кинуть гранату? Дезориента. А, я типа вошел в дым, и поэтому я дезориентирован. Еще на хостелс. Можешь это объяснить, как гранат кидается? А, это типа мощный парень. Еще один мощный парень. А, не туда перекат. Да сколько можно мне играть? Я не могу гранаты кидать, я не могу. Джина, жми, так я жму. Он мне открывает диалоговое окно и все. Я жму G. А. Я жал не так G. Типа одна кнопка, несколько функций. Старая добрая. Нормально. Хорошо. Кэндл и ее стаф еще upstairs, stashed in the kitchen at Kobe's. Ну, на привыкнуть еще все равно. Ну сейчас прицел получше себе сделал. Word is that they've really trashed the place. It would have broken my dad's heart to see it go to hell like this. We used to watch games there together. Что лут отмечается на карте? I think it's better my folks didn't live to see any of this, but. Then I think about all the people doing their best to keep going. Double barrel. That's who we do this for, agent. Go get him. Давайте возьмем. Так, что мы можем шотган? Говорили, Дед Мороза классный здесь. Ага, ну нормально. Одна пуля уничтожила этого Деда Мороза просто в ноль. Так, можем экипировать сейчас то, что мы нашли? У нас есть, допустим. Это я хочу заменить его на. Нет, не М-ку, а вот это. Так, погодите. Это мы меняем на double barrel shotgun. Я могу эквипнуть select slot. Select multiple. F это модификации. G это сравнение. Почему не могу эквипнуть? Equip. Это могу, а это не могу. Почему? Потому что уже эквипнуто. Вроде нет. А, нет, да, я эквип... Я когда успел? Ну, хорошо. Поехали. С шотганом-то вообще на изичку сейчас будет. Пойдет разговор. Кнопка нажимает. Том Клэнси. Division версия на 1.1. Но даже пока рановато начинать все равно в нее играть, да? Мне сказали, что патчи, ждать патчи. А лучше. To get to Kobe's, you'll have to pass by some contaminated areas. There used to be plenty of sick people being treated there before they got shot. В общем, мне нужно будет пройти через некоторую зараженную арену. Тьфу, арену. Область. Они меня сейчас так не видят, да? Правильно понимаю? Если я тут пройду. Вы меня спалили. Нормас. Сам ты ведьма. Не, вы видите, она как-то... А, вот. Чёрт.
Так, лут. Этого... А, у этого болта ничего. Нормально. Патронов маловато, я полагаю. Ну, откуда ты взялся? Промахнулся, ну молодец. На ноль еще этих. Да чтоб тебя. Еще слышу гранату или это? Или это я мигаю? Мне нужен медкит срочно. Блэк, это дичь, это не нужно. Медкит вижу. Хорошо. Не, ну слушайте. Еще куча медкитов. О. Ну и что с ним делать? А, черт возьми. Давай, давай, подойди. Привет. Kill on us all. Первый пошел. Еще кто-то подойдет? Товарищ, просто сидите, не вылазь, я изи. С дробовиком. Вон еще. Я не достал, наверное, скорее всего, расстояние. Что-то поближе с ним подошел. Если два градата кидать не буду. Это было бы. Хорошим. Но убивает нас? Да ладно. Не, дробовик имба. То есть против мобов вот таких вот, которые... Легчайшие. Я бы, наверное, даже с помощью этого и смог. Эмма, это хорошо. Пушку будем брать, давайте возьмем. Можем, наверное, сбыть на черном рынке или что-нибудь типа того. Флешбэнг гренейд. Так, hold G to open. А, ну вот. Ладненько, давайте посмотрим еще что-нибудь. Ну, если у меня будут бесконечные патроны для дробовика, типа, вообще не проблема. Я не так... Что? А, Ctrl? Все равно, думаю, подождем отзывов, потому что, ну, пока... Шутер, да. Alpha Escort, we have an agent on the roof. Has Kendall made it to your position? Affirmative. Shear's staff just arrived. As soon as the hostiles on the roof are gone, we'll get her across safely. Ближний бой сейчас можешь не помочь. Сел он туда. Ай, ну ё-моё. Видите, с такого расстояния уже половину нашу, что как бы резонно. Нужно гораздо ближе стоять. Кувырки! Переход в упор! Ты тут кидаешься. Так, ну не проблема, 76 патронов. На всех хватит. Additional hostiles. Поближе подойти надо. Этот с этим. Ой, там что-то страшное. Eat this.
Так, этот с пушкой нижнего с первым слизь. Тут больно дофига этих чуваков с... Так, пока он не может нести. Хорошо. Да сколько можно? Откуда они, кстати, идут? Я на точке спауна у них встал сейчас. Вот как они меня отсюда достанут? Только в ближний бой приходить. А если они придут в ближний бой, они огребут от моего дробовика. Ну, гранаты, допустим, да, могут закинуть сюда. И все. А, ну или они не пойдут просто сюда. Довольно жесткий тут под парниша. Вторую очередь трачу на. Ну, давайте, допустим, вот явная голова 380, а нога, допустим, 218. Если в рюкзак. 217. Что началось с ним? Еще кто-то есть, что ли? Далеко они достанут. Got the medic safely across. Candle and all staff accounted for. No casualties. We're off to a good start, agents. Wish I could have had your back out there, but I think we make a hell of a team anyway. When you get back to the base, we'll talk to Candle, and we'll see what she can do for us. Чем доктора мы вытащили? Типа рейд или что это, как это называется? Квест, наверное, скорее. Какой рейд? Интересно, что из себя будет представлять здесь рейд? Ну ладно, посмотрим. Джессика, ну все, мы можем выходить. Привет, Зиксрик. И что, мы типа вниз прыгаем, как... Все зависает. А почему мы подняться не могли так же? Ну, так чисто... Спросить. Там где-то лучше, что ли, было, мне показалось. Непонятно пока, сколько, насколько долго мы можем забирать все это. У меня что-то пока не лагает. Ну, радуйся. Twitch соизволил дать тебе возможность посмотреть топовые стримы. Так. У нас и один скилл не изучен, да? Армор. Что по армору у меня есть? У меня это и установлено. Перчи. Тут армор. Двоечка. 70 протекшн маск. 7 армора, да? 3 армора. А, то есть то, что оно выше, оно не знает. 9 армора. Ну и так себе. Сколько мы всего с собой таскать можем? Я еще и вчера отравился своей готовкой, что-то. Мне это жестко. Не, чем отравился-то хоть? Так, плюс 2 редюс, фрит, плюс 2 крыси. Вообще вот это получше звучит. А, то есть это нужно оружие модифицировать непосредственно. 157 получше, damage per second. DPS, damage per second. Якобы. По damage per second лучше всего. Самого интересно, чем. Печеньками, небось. Кстати, погодите, пару секунд. Поможет.
очень бурная ночь с раковиной. Да-да, это грустно. Травиться это... Секондарь ДП. Только заразу разносить, не на русском сказали? Ничего себе. А где тут у нас F можно модифицировать, да? Не, а где... Которая... Вот это, F. Да нет же. Вот у меня установлено, да? 1.85. Мод. Так. Я могу что сделать? А, вот мазл. Whip. Back. Back. И... Unballer тоже equip. Озвучка русская, интерфейс английский, да? Все так мы немножко апнули. Только одно, я так понимаю, мы можем. У нас 5 модов, возможно. 10-1. 10... А, ну не, слушайте, классно, по-моему. Выглядит интересно. У меня 1800 хп. Толк тут Джессика. Ну это на базе поговорить надо с Джессикой. Один скилл. А, скиллы не изучены. Скиллы у нас на L, по-моему. Ага, скилл слот available. Equip a skill. Use a skill Q. Так, и что? Медикал. Это медикал? А, это ветки. Это маловато скиллов, мне кажется. Значит, таланты есть недоступны. Перки тоже недоступны в бете. Окей. Так. Соответственно, теч. Теч. Так, выстреливают бомбы, которые прилипают к большинству поверхностей и взрываются, когда мы этого захотим. То есть на управлении. Так, а здесь мы получаем портативный баллистический щит, который поглощает урон. А, ну и мы можем использовать только нашу вторую руку для... Когда щит активен, ну как, копы с этими щитами. Возьми дробовик. Да-да, нормально все. Дробовик надо искать. Я говорю, дробовик вообще имба. Это, ну, то есть, это пока мобы вот эти идут. Они то есть, до 4 уровня. Если мы найдем дробовик хороший вначале, сказка будет. Так. Но в целом, да. По обилкам у нас есть медицинские. Дэмидж дилера есть. Нет. Может быть в бете. Тут есть талант еще какие-то. Тоже непонятно, что они делают. Пока типа закрыто. Адреналин какой-то. Перки. Тоже медицинские. Евангелионис. Добрый... Что там? День у нас. Мы вон... Халявную бетку пользуемся. Смотрим, что опять нам хочет скормить Ubisoft за 1,999 рублей. АК 20 долларов. Не, ну серьезно, черт, сколько сейчас долларов-то это уже? Копейки. Ну, то есть три ветки, да? Каждая ветка может напнуть 4 раза. То есть мы вкачиваем и еще 4 сверху. Или что это? А, или это модификация, только одну из этих можно выбрать будет. Том Кленси, как он там, The Division, шутер ММО от Ubisoft. Представляешь, что творится? Так, что это первая помощь, недоступна в бете. Турели имба в любой игре, так. Турели, дробовик, вот это надо качать. 40 евросов, ну евро, да. Евро это грустно, еще грустнее, чем доллар. Ладно. Го бомбы вкачаем. Не знаю, как там вкачивать такой скилл? На ку. Окей. То есть и дальше у нас будет 3 развития. BFB, Flashbang,
А, мы можем их типа выбрать дальше, да? Увеличивает урон и радиус. Становится флешкой. И детонируется самостоятельно, когда кто-то подходит. Мастер. Бомба что? Бомба создает меньше света и шума. А, ну ее сложнее засечь. А, и для того, чтобы это сделать, нам нужно еще проапгрейдить крыло техвинг. И крыло. Техническое крыло на нашей базе, собственно. Так, что мы на епом, на ку. Ага. Так, вот она ко всем поверхностям якобы липнет. Валить таргет. И перезарядка сейчас. Лучше Overwatch, думаешь? Здрасте. Не, не было его еще. Джессика. Почему мы хотим поговорить со столом? Well, look who it is. Thanks for getting me out of the garden. I've been in some hostile work environments before, but Jesus. Of course, it's not like this place is going to win any prizes either. Antique equipment, zero staff, patients lining up out the door. This isn't going to cut it. We're doing the best we can, Dr. Candle. В общем, они говорят, что у нас все очень плохо, нет оборудования, пациентов, дофигища. Условия могли быть получше. What matters is beating this thing, but I can't do that without knowing more about it. And here's a good place to start. Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst had something to do with the outbreak. God. That asshole. Saw him present a paper at Columbia once, he nearly started a riot. He's part of this? I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends, I need that too. And we need to talk about live samples and antibodies. You're gonna be busy. And you'll be? Fixing this. Кучу всего нам нужно. Saving lives. Now if you'll excuse me, I'll get started. Или не надо? Что он знал? Вот, мы активировали крыло, это медицинское крыло. У нас доступно 10 апгрейдов. Я надеюсь, это не всего, а только в бете. Вот, клиника. Стоит 500 чего-то. Каждая... А, нет, все-таки всего. Каждое крыло имеет 10 апгрейдов. Но для каждого крыла нужны свои ресурсы, да? Их мы можем получить, выполняя медицинские миссии, медицинские encounters. То есть клиника. Карантин. Что, а как? А, each upgrade bolt. А, каждый апгрейд также открывает какой-то навык или талант, skill mods, ну, это, варианты навыка.
каждый апгрейд, который будет построен здесь, также дает перки. Давайте построим наш первый апгрейд. The upgrades look great. If we live through this, I want you working in my lab. Так, новый скилл, новый перк. Но перки недоступны, правильно понимаю? Так, вот то, что мы получили в награду, это первая помощь. Лечит всех союзников в небольшом радиусе. Это устройство может быть использовано. Хиляющая граната, короче говоря, правильно понимаю? Может быть выброшена и запущена с дистанции. И перк, увеличение количества переносимых медкитов, в общем-то. Карантин. Более внимательное отношение, ну, палиатив, щадящее отношение к пациентам, которые были в контакте или заражены вирусом. Карантин. Награды мы сможем активировать эти разновидности нашего сканера и перк. А, будет на карте отображать все зараженные зоны. Окей. Мы в бете еще что-то можем сделать или только одну миссию? Так, давайте Элька, Abilities. Мы открыли, что теперь это мы не можем. Первая помощь. Ну, соответственно, это мы уже читали. Device can revive. Don't listen. Это реинкарнация вообще какая-то. Это шутер мой. Это у нас увеличивает, ну, количество хп, которое можно восстановить, и дает больше хп, чем у него есть. Может дать. Так. Мгновенно усиливает урон. Помимо того, что еще и лечит. Сейчас можем что-то еще поделать? Или уже все? Crafting Station недоступна в бете. Crafting Station. Вот еще может комплект Subway Morgana, да? Subway. А что смысл? Что, на что ты еще смотреть? Это же бетка. На обилки на смотреть. Помойте свои руки. Вот. Соответственно, данные по нашим. Восстановление базы 3%. Апгрейд 1 из 30. Ресурсов 200. Закончите миссию Subway Morg. Это вот непонятно, не с большой буквы написано. Это получается морг метро, но... То есть Subway Morg так читается, поскольку с большой буквы написано или что. One of our top priorities is securing power. Our best bet for a secure source is the line running through the unfinished pathway project. A small crew under a former combat engineer named Paul Rose went in to do the job. They haven't come out, and his comms are offline. Get us that power and recover Rose. In that order. One's important. Что? Почему я же смог прицелиться в руку в этот, или мне показалось? То есть она бежала как-то? Ладно, в общем, нам сказать, что зона опасна, поэтому нужно быть начеку. Когда мы там будем, ну да. Начеку. Ага. Что такое? New Encounter, GFT Support. Стой. Medical Escape. Угу, понятно. Ты враг, что ли? Ладно. Еще. Перекаты! Легчайший. А теперь познакомься с моим дядей дробовиком. Ты же подлая эти.
прицеливайся. Тут подло. А, вот видите, он уже не умер. Он 5 уровня, он не умирает. Ты кто? Свой. Нажмите Q, чтобы... Окей. Перекаты — это забавно. Всегда. Кроме Dark Souls. Dark Souls, грустно. Игра на перекатах. Ладно. Саплаев нет никаких. Тут что-то показывает есть, по-моему, да? Это документы. Планы. Два Rioters. Бунтаря, что ли? Как посмотреть там? А. Ну и нам 300 экспы дали. Репорт. Один из 5 репортов. Нашли. Нам нужно искать репорты самим теперь. Ну, началось. Даже. Approaching marked location. Supplies какие-то, дополнительные ресурсы, что ли? This is Sparrow 3, over. We'll link up with you shortly. Скала такая. Сразу же начали, да? 5 левел, мне интересно сейчас. Видите, он уже не тот самый. А с 2 патронов почему не погиб? Там-то свои, я надеюсь? Да, это свои. Ну вот, в упор все равно еще убивает. Откуда он? Да, бить с руки можно. Уровень уже не берет. То есть, ну, надо ближе стоять гораздо. О, новая сумочка. Новая сумочка — это хорошо. Куда они все? А, вот, типа, вот. 5 уровень. Sparrow 3 here. We're at your position and good to go. Хастелс. Ну и все. Чем мне дали? Один хэдшот. Ничего бы вы меня без меня не сделали, это да. А вопрос. Где supplies? Supplies, ребятки. Где мой supplies? Мне сказали, что здесь есть supplies. Их нет, да? Разводила. Что у нас по инвентарю вообще? Новых предметов 2. У нас новая сумка. 14 армора, ой, неплохо. Мы не можем покрутить-то все. И что? Тут еще новый какой-то компенсатор. 3,5 горизонтальная стабильность. Тут мы ничего не можем поставить, правильно понимаю? F-мод. Нет возможности еще поставить. Ну да, M-ку получаем. Продолжаем модифицировать. А тут 2 них пока не получится. А на пистолет можем глушак одеть?
Да, можем глушак на пистолет. Все. Сразу будет в меню выходить. Что, собака? Не, ну это, конечно, здорово. Добрая собака. Она лает на нас. А мы можем к ней на липучке прицепить на нее гранату-липучку? Собачка, остановись. Судя по всему, нет. Зеваешь. Подумаешь, хочу повесить на тебя липучку. Бомбу-липучку. Вообще, собака что-нибудь случится, если на нее липучку накину. Забрать. На собаку не взяли пучку на них. Очень жаль. Ну это их бы тогда закрыли за жестокое обращение с животными или типа того, наверное, да. Детей могу хотя бы. Sarah was using the site as a mass grave, which explains why the cleaners have targeted it. Avoid contact if possible, but do what you have to do to make sure Rhodes gets us the juice we need. Так, прошу прощения. Jesus, it's Christ. I want to give a big fuck you to whoever sent me this place. It's knee deep in dead bodies, which means it's drawing cleaners like flies. If I can keep myself from getting fried, I think I can get the power flowing. But that's a big if. Artillery relay. Target acquired. Sublevel 3. Artillery relay. Target acquired. Sublevel 3. Thank you.
Here is that Rhodes is a bit of a wild card. He's got the skills we need, but he's a little eccentric, which is a nice way of saying he's a paranoid jackass. We have intel that there are multiple cleaner teams on site. They're looking to burn out the infection, along with anyone who tries to stop them. Be careful. Take it out!
Atlas's project was intended as an extension of the subway system. They didn't get to finish it before the dollar flu hit. And again, construction in New York always runs on its own schedule. Activate power relay. Just turned on the lights. You're either JTF or you're really fucking lost. Either way, thanks. This is Fei Lau patching in. We have help on the way, Rhodes. Whoever's down here, head for the secondary relay room. And when you see the dead bodies, get your masks on quick. Otherwise, you're dead. Warning. You are now entering the contaminated area. Exiting the contaminated area. Secondary power relay. Shit. This job's gonna take more hands than I've got. You think you can follow directions? Because I'm gonna need your help. Whatever assistance you need, we can handle it. Good. Because I need some relay boxes swapped out. Current into Lower Manhattan. A couple more hacks like that, and we're in business. They're here! Get them! Son of a bitch! It's actually working. No more.
More bleeding current into lower Manhattan. A couple more hacks like that, and we're in business. They're here! Get them! So, that shooting, that was you, right? Thought so. I think someone might have heard you. Warning. Hostiles inbound on your position. Warning. Readings indicate this area is contaminated. So, that shooting, that was you, right? Thought so. I think someone might have heard you. Leaving contaminated area. Warning. Hostiles inbound on your position. Secondary power relay.
Hostiles inbound on your position. Hostiles inbound on your position. Get out of this fucking crypt, the better. Hey there. Hang on a sec. Testing, testing. Jesus, this thing is loud. Okay, getting the work in the control room now. Just want to give you a heads up. It's gonna get real dark, real fast. Can't get power to the base unless they do a reboot, so... Everything's gonna shut down for a minute. Well, fuck me. They went top of the line with the generators. I guess Sandy taught someone in procurement a lesson. Because these suckers can stand up to anything. They're a bitch to retool, and maybe we'll get lucky. What do you know? It's alive. Hostiles inbound on your position.
пара. Inbound on your position. Миссии достаточно привычная. Но, да, это не стоит 2000. Ёп-моё, вот ты заскучаешь, что? Что это такое вообще за существо вышло с 6 уровня? Бейчли. Ай, теперь все заново, да? А, ладно. Бесконечные патроны — это достаточно несложно, на самом деле. И проще ерунда, да? Оказывается, не, это бетка. Она бесплатная. На пробу. А лицуха стоит 2000, да? Бесплатный открытый бета-тест, что-то такое. Постреливать я не могу. Волску вообще не играешь. Теперь нет. Ну зачем? Потом, если вдруг появится свободное время, вдруг каким-то чудом. Левелы, что ли, фармис? Бочку взорви. Играл, когда мне комп ничего не тянул.
Warning. Сейчас. Hostiles inbound on your position. Не игрался уже. Вот. Тоже олдскул был ограничен, конечно. Табом добить. Да, могу. Это жесть, по-моему, сейчас. Он через полкарты, видимо, огнем будет меня, да, жарить. Еще нет. Но это не проблема, да. С этим парнем еще. Там минус рука. Снесло ему треть. Еще треть. Стоит огнем. Бочки я не наблюдаю. Но он толстый, поэтому это плюс, что я могу попадать в него. Я могу зайти в спину вообще. Баллоном постреляет. Да, ну по баллонам. Все. Неплохо. Прицел. Там еще можно что-то полезное. Ну и судя по всему все, кстати. Больше мы в бетке особо ничего не найдем. Можем здесь перелезть? А жаль. Сам. Не, ну в общем сцена исла, но это не стоит 2000 опять. Я жадный слишком. Ну, надо посмотреть. В общем, на отзывы вот еще. Еще там будет по релизу. Rhodes is already on his way back in, so no need to give him an escort. We'll see you when you get here. Но я сомневаюсь, что они смогут добавить много занимательных квестов в этом плане. Ну, то есть вот эти, вот два разных, да, там еще третий есть. Что после этого будет? Три более-менее разнообразных квеста. Дальше все. Дальше так, encounter нам сюда, наверное, да? И сиди, думай дальше, что с ним делать. А зато я могу бегать без рук. Ты что, так не хватало в шутерах? Стрелять еще, чтобы... А, так, это враги могут быть там спереди.
опять это. Еще враги. Свой. Там, наверное, они. Ну ладно. Пойдут за мной? Нет. Ну и хорошо. Вашим лучше. Так, что? Там уперлись. А. Я что, туда бегу, интересно? GTF SAP. По-моему, да. Может, нет, кстати. Поди в меня. Dark Souls с перекатами. Он живой еще. Еще с дробовиком, что ли? Агенты не... На! Еще раз. Еще кто-то есть. Стрелял, по-моему, я отсюда. Нет? Смотри у меня. Там был забавный баг, кстати. По-моему. А, да, вот он. Так же? Ну, как-то выиграл. Сразу все вырубается. Ломается. Можно выйти, да? Можно. Электроника. Их обратно можно пустить? Наверное, уже нет. Кого вы там сражаетесь? Я всех уже пришел. А, если бы было не в том. А, вот, наверное, мы... Нет, это миссия. А где мой этот... Home Sweet Home-то? Стреляем. Только что ж начали. Тут я уже проиграл. Потому что очень долго заряжал. Ладно, ребят, думаю, все понятно с игрой. Base of Operations. Давайте базу операций. Чтобы не искать ее лишний раз. Ну так, я думаю, все понятно. Давайте снова перерыв 2 часика и пойдем в XCOM. Говори с Раулем. Вот офлайн, поговорить с Раулем, и в бете это недоступно, последнее крыло. Если мы его не откроем никак, даже если очень захотим. Теквинг. Истинный сисадмин. Look, I don't do sentimental, but you got me out of a jam there, so thanks. I know you want more from me than just warm fuzzies, Fred. Save my sorry ass.
like getting this shithole up to par. Well, government standard, I see. Nice to see they're still keeping the bar low enough that even roaches can walk right over it. You want quality? You go private. That's what I learned in Basra. Oh, yeah. See, you can't just live on farts and good intentions. Power, water, all the bells and whistles. Not that you're the first one to try it. I hear a bunch of you people went missing when the shit hit the fan. Got some theories about that myself. My point is, when you're out there hooking up the city, poke around a bit, see what you can find out. Maybe the virus got him. Maybe the brutes got him. Maybe the city opened up its rotten core and swallowed them whole. I believe that. It's happened before. Did you get it? Fucking city got my wife. Miracle I'm still here, really. You know, they say a pessimist is a disillusioned romantic. Well, whoever said that's a fucking asshole. Go on, see what you can find out. I'll let you know which shit to hook up. Careful this fucking city doesn't eat you too. Unlock the ditch win. Yeah, win. Bye. Так, где там его опыт? И мы сможем сейчас турели строить, правильно? Control room. Teach win, teach миссии. Еще create unlock skill. Окей. Новый скилл, новый перк. Хорошо. Поздравляем! Но все еще много всего предстоит нам сделать. Больше никаких дополнительных миссий в открытой бете недоступно. Сюжетных. Но Нью-Йорк еще, в Нью-Йорке еще много различных дел и секретов, которые можно расследовать, особенности темной зоны. Ну ладно, в общем, понятно. Сцена и сна, так что... не стоит 2 косаря. Пока. Пока не допилят, пока пойдет, может, в Хитмана лучше кунуть. Да. Вот, так что, что впереди.